Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Так, магазинчик уже второй раз за сегодняшний день записывается, так как появился скинчик Черная Манта. Мечи Черной Манты. Так что давайте-ка посмотрим. Я так особенно обзор не буду делать, просто вот на скин. Сейчас сделаем такой. Блин. Конечно, скин вообще шикарный. Такие глазики. Светится еще довольно-таки круто. Так, и рюкзак. Да, рюкзак тоже такой. Да, довольно-таки круто. 1500 V-баксов, вот черная манта появилась. Меняет еще внешний вид. Рюкзачок, так что очень круто. Так, вообще мечи офигенные. Классно вообще. Звук такой. Типа взмах меча реально такой. Офигенно, офигенно. Так, сейчас надо что-то с V-баксами придумать и срочно брать, потому что скинчики топовые. Так, ну здесь осталось все по-прежнему. Так, тортиль, я ушла специально это предложение к этим, к летнему козырю и сафари. Ну, не знаю. А, ну это все осталось. Тут даже с магазина, честно сказать, ничего не исчезло. Просто добавился скин, мечи к этому, к черной манты. И здесь тоже все то же самое, так что ничего такого нового особо здесь не прибавилось. Так, кстати говоря, появились эти испытания. Фу, не то полез. Ошибся. Так, вот если выполнить еще Аквамена испытание, то уже можно скинчик получить. Так, информация для тех, кто может еще не знает. И, в принципе, вот оно испытание. Найдите трезубец безмятежной бухте. Где? А вот он. Вот, вот тут он, тут. Трезубец поднимаете, все, Аквамена скин получаете. Потом можно... Берете этот скин Аквамена, уже летите над Великим Водопадом, получаете второй стиль, и все будет вообще красиво. Все просто будет супер. Так, а, кстати говоря... Да, блин, что-то у меня все как-то не туда все лезло. Новые испытания появились? Да, и вышли новые испытания, так что можно 5 недели испытания выполнять. Так что все довольно-таки круто. Можно опять получать опыт, качать левел, Battle Pass. Так, ну что, на этом тогда магазинчик так кратенький такой, просто обнова тут была, решил это заснять, поделиться, так сказать, закончим. Поддерживаем ТК автора, это очень приятно, когда кто-то поддерживает тебя. Ну а так, ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми и счастливыми. Пока-пока.